Вы знаете, если кто-то не знает, могу сказать, что мы вот обычно не договариваемся о том, что мы будем говорить. Когда говорят несколько человек, например, тот, кто представляет собрание, тот, кто проповедует, иногда тот, кто свидетельствует, мы не собираемся вместе и не обсуждаем, как будет все идти, кто что должен сказать. Вот. У нас нет такой привычки. Иногда бывает, мы делимся заранее чем-то, о чем хотим сказать, но чаще всего это остается до времени, как бы мы только здесь слышим друг друга и представления не имеем, что будет. Но то, что, с чего сегодня мы начали, как бы, и то, о чем я буду говорить, оно взаимосвязано. И я думаю, что, верю, что Бог, Он хочет сказать через это какое-то конкретное послание дать нам, да, и касается оно именно Его Царства, именно того, что Он говорил о Своем Царстве, то, что мы слышали в начале, когда в молитве Иисус учил обращаться. Я в последнее время об этом думаю, потому что для меня это как бы знак внимания из-за того, что можно сказать, что все Евангелие, оно сконцентрировано на этом моменте от начала и до конца. И начинается вообще Новый Завет с Евангелия от Матфея, если кто-то не знал вообще. Вот. И Матфей, это был мытарь сам по себе. И он работал у римлян, да? Тогда, наверное, он знал греческий язык, я так думаю. Наверное, значит, как он с ними общался. Но Евангелие изначально он написал на иврите, не на греческом языке. И есть предположение, как бы, доказательство на этом основании, что там используются моменты, связанные с Ветхим Заветом и с тем, что исполняется пророчество в Иисусе Христе, что это Евангелие, оно было адресовано именно еврейскому народу, потому что было написано на иврите, разговаривали они многие на арамейском языке тогда, а читали на иврите, да, и он написал именно на этом языке, и он в своем Евангелии очень часто использует такое словосочетание, как «Царство Небесное». Вот, Евангелие от Матфея. Я просто чуть-чуть объясню, чтобы стало понятным вот эту всю, как бы, словесную символику, потому что в одном Евангелии пишется «Царство Небесное», в другом Евангелии пишется «Царство Божие». И как бы логически кажется, что это одно и то же, но почему есть такое развлечение? Потому что если покопаться, то можно увидеть, что Матфей «Царство Божие» использует всего 3 раза. В своем Евангелии, да, остальное он использует как словосочетание «Царство Небесное», и другие евангелисты используют «Царство Божие». И это как раз-таки вот связано с этим, да, с тем, что он писал для евреев, вот, и в то время, в ту пору на этом языке они применяли, вообще слово «Бог» они произносили с осторожностью. Имя Бога, да, слово Бог, потому что заповедь свидетельствовала о том, что не надо использовать в суете, да, имя Бога. И они с осторожностью это делали. Поэтому небеса, они в письменности в иудейской в то время, они представляли собой Бога. То есть как бы это были синонимы. Это заменялось на иврите, заменялось слово Бог небесами. Поэтому Матфей употребляет слово «Царство Небесное» и «Царство Божие» — это одно и то же, это синонимы. Просто из-за того, что он писал иудеям, он использует именно небеса, которые в корне в своем, да, в своей основе заменяло слово «Бог» в то время, в письменности в иудейском. Ну, это понятно, да, почему есть различие «Небесное» и «Божие». По сути, это одно и то же, но написанное для разных людей. Поэтому всем было все понятно в то время. А мы иногда вот можем запутаться из-за этих разногласий. Вот. И в Евангелии от Матфея, вот, начиная с 5 главы, есть Нагорная проповедь, которая, так же как и в Ветхом Завете,
10 заповедей является такой центральной или ключевой, или сердцем Евангелия, где Иисус учит и учит о таких вещах, которые, ну скажем так, отличаются от того, что было в Ветхом Завете, да, которые относятся больше не к закону, а к духу. И эта Нагорная проповедь, она является вот таким ключевым, да, учением в этом Евангелии. И что само учение Иисуса Христа и Иоанна, оно начиналось с того, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Да? Если мы взглянем на Нагорную проповедь, там написано, это 5 глава с 1 стиха Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И это первое, о чем он начал говорить в своей Нагорной проповеди. То есть, когда он начал проповедовать, когда он начал вообще нести людям Евангелие, начал свое служение, он начал говорить о Царстве Божьем и о том, что человек должен покаяться по той простой причине, что Царство Божие, оно приблизилось и вступит в свою силу однажды. И здесь, когда он говорит о, ну, начинает Нагорную проповедь, он начинает тоже с этого именно, да, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. С этого он начинает. Да? И вообще царство – это слова, которые, ну, слово царство, вот, Божие и небесное, мы разобрались с этим, что это одно и то же. Но само слово царство в Библии, понятие царства, по-еврейски оно звучало как малхут, по-гречески – басилея, означает царская власть или царское владычество. То есть говорится либо о власти царя в этом случае, когда используется слово царство. Да, но мы это понимаем, по-русски это звучит так же. То есть это одно и то же слово, которое говорит, что либо кто-то царствует, это царская власть кого-либо, либо это место этого царствования, то есть какое-либо место. И царство небесное, царство Божие, вот с этим не должно быть у нас путаница, это одно и то же. Это царство, где царем является Бог, где Его распоряжение действует неукоснительно, и место этого царства – это вся Вселенная. Да? Это не означает, что просто это какое-то место и так далее, это вся Вселенная. Это мы сейчас не будем читать, но это написано в Псалме 102, например, и в книге Паралипоменон, да, это можно найти, можно понять, что Бог, написано, Он владыка всего, Он царь всего, всей Вселенной, и Ему принадлежит все. Но мы как бы не всегда видим, что так происходит здесь на земле, что многие люди, они подчиняются просто покровительству Бога. Да? И поэтому как будто бы Его царство тогда, оно не действует. Но в большинстве случаев, когда речь идет о царстве, подразумевается нечто другое, не просто как бы место или вся Вселенная, все то, чем владеет Бог, там, плотью или духом и так далее, а говорится о Его господстве. Да? Говорится о Его господстве, о Его владычестве, о том, что Он может царствовать. И оно, царство Бога или небесное, это послание, которое относится и на самом деле и к спасению, и к вечной жизни, и к сегодняшнему дню, и к будущему, ко всему. Вот. Даже после своего воскресения, почему как бы вот эта тема она такая важная, да, после своего воскресения Иисус продолжал учить о Царстве. То есть вы представляете, Он начал свое Евангелие об этом, Он на горной проповеди говорил, который является сердцем Евангелия. И когда Он умер, когда Он вознесся, когда Он воскрес, написано, что первую книгу, это «Деяния апостолов» с первого стиха, прям, Феофил. «Я о всем, что Иисус делает, и чему учил от начала до того дня, в котором вознесся, дал Святым Духом повеление апостолов, которых избрал, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Представляете, что даже когда Иисус воскрес,
Он продолжал на протяжении 40 дней говорить ученикам о Царстве Небесном. Поэтому я вижу, что вот Царство Бога – это вообще основная тема Евангелия. И оно относится и к настоящему, и к будущему. Вот. И это на самом деле, ну, очень важно для нас. И мы видим, что в молитве он учит этому же, в самом начале. Когда он говорит «молитесь», именно об этом, о чем мы сейчас слышали, да? И чтобы явлено было Царство Бога. Он учит тоже этому, прямо в самом начале молитвы. То есть как бы вообще и начинается с этого, и заканчивается этим. Это тема, это вообще как бы тема Евангелия, тема жизни твоей и моей. То есть тема и вообще смысл, да, происходящего с человеком, как бы, да, потому что если это убрать, то в чем тогда состоит смысл, да, к чему мы идем, к чему мы стремимся, чего мы ожидаем, что будет с нами дальше, непонятно, как бы никаких ответов нет, нет, есть. У Бога есть план, у него есть что-то созданное уже, что-то определенное для человека, что-то, что работает, действует. И вот имея такое понимание, например, были такие люди, фарисеи, знаете, они очень много знали, очень много понимали, очень были осведомлены о том, о чем пишет Ветхий Завет. Они читали и 10 заповедей, и все прекрасно знали. И однажды они спросили у Иисуса, это написано, где это написано? Написано в Евангелии. Ну ладно, где это написано? Это написано в Библии. Был же спрошен фарисеями, я не писал что-то, когда придет Царство Божие, отвечал он, не придет Царство Божие примерным образом. Это в Луке написано, 17 глава, 20-21 стих. И это был хороший вопрос. Они спросили у него, когда придет Царство Божие, да? Почему у них возник такой вопрос? Потому что, когда приходит царь, он приходит и приносит свои законы, свои порядки, да, свою атмосферу. И то, что он принес, это и работает. То есть, как понимаете, он устанавливает свои законы. Он обладает определенной властью, он несет какие-то повеления, а не наоборот. То есть не происходит наоборот, что царство оно вот есть, и тут приходит царь и царствует, как бы, да. Мы же не видим, что так бывает. То есть, если мы видим, что одно правительство сменяется другим, то вслед за этим меняются какие-то порядки, правильно? А не наоборот. Что сначала народ, да, или подданные царства, они изменили атмосферу, сделали все благополучным, как им нравится и как царю нравится. А потом пришел царь, просто сел и царствует, да? Ну, так же не происходит, правильно? Происходит наоборот. То есть сначала приходит царь, устанавливает свои законы, порядки, начинает действовать, начинает наводить этот порядок. И наступает царство определенное, определенного человека, к примеру. Поэтому у фарисеев был такой вот хороший вопрос, а когда наступит вот это царство, да? Когда придет вот этот порядок, о котором ты говоришь? Когда это будет? Когда будет то, чему ты учишь? Ведь в этом царстве все так хорошо. Все прекрасно, да? Нет слез, есть только правда, есть только все хорошее, нет ничего плохого. И когда это наступит? И этот вопрос был по существу, потому что эти люди, они понимали, как бы, о чем идет речь, они были не глупы. Вот. И когда люди, они начинают слушать царя, когда приходит это царство, и когда они начинают слушать царя, да, это вот просто, кстати, такое отступление, что это является началом мудрости. Да? Потому что, ну, то есть приходит царь, устанавливает свои законы, начинает действовать. Народ начинает слушаться его. И вот в случае с Богом, если это касается Божьего царства и Божьих повелений, его царственной власти, то это является началом мудрости, если есть такое послушание. То есть
Мы же тоже часто слышим как бы о мудрости. Я тоже затрагиваю и мудрость, например, и чуть-чуть скажу о вере. Почему? Потому что, да, Иисус проповедовал о Царстве Бога в начале, в середине и в конце всегда. И с этого, можно сказать, все начинается. Почему? Потому что как только наступает Царство Бога, то есть царствование Бога, когда Он является Царем в твоей жизни, в твоем сердце, если ты начинаешь быть послушным тем законам и тем повелениям, которые у Него есть, то вместе с этим к тебе приходит мудрость от Бога. Вот в случае, когда ты послушен этому Царю. Почему? Потому что начало мудрости – это страх Господень. В притчах в 1 главе 7 стихе это написано. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Да? Это начало мудрости, страх Господень. А почему люди, подчиненные, там, когда они принадлежат какому-то царству, почему они слушают эти законы, которые царь издает? Почему они это делают? Они могут поступать по-другому, но царь, например, издал указ определенный. Да? Вот не сделаешь так, так будешь казнен. Да, там, как Петр Первый однажды издал указ, я помню. Мы ездили в одну фирму, там забирали рыбу, и там у них указ Петра Первого реальный такой был, что там было написано, что, в общем, ловля рыбы, да, и продажа рыбы, вообще продажа рыбы в целом, что это дело испокон веков воровское, да, и те, кто занимается этим, жалование им платить мизерное, да и вешать по одному в год, да, другим неповадно было. То есть это реальный указ, как бы, который вот был, да, вот и занимайся после этого как бы, продажей рыбы, да? Ну, потому что они налоги не платили. Неизвестно было понять, сколько они там поймали, сколько продали, сколько купили. Ученики Иисуса Христа они тоже были рыболовами. Вот и думай, да, после такого указа возвращаться, ловить рыбу или нет. Тебя повесят или кого-то другого в этом году. Чтобы другим неповадно было. И не важно, хорошо ты себя ведешь или плохо. Просто по настроению выберу, да? Это указ царя. И, наверное, эти рыбаки, как бы, они старались вести себя хорошо, чтобы не их выбрали, да? Эти продавцы рыбы. Чтобы не попасться на какой-то случайность из-за страха. Много указов было в то время, да и сейчас есть. Многие люди, они из-за страха. Они просто вынуждены исполнять тот закон, который есть в этом царстве, государстве, стране и так далее. Почему? Из-за страха наказания. Но страх Божий, и это не страх перед наказанием, это другое, да? Об этом я чуть позже скажу. Но суть-то такова, что человек, он подчиняется этой воле добровольно, либо недобровольно, но он вынужден это делать, если он находится в этой стране, в этом государстве. И вот в случае с Божьим Царством, вот это вот послушание Богу, да, послушание Богу именно, как царственной власти, не как место, которое является Его Царством, вот в одном месте или в другом, или в третьем, одна церковь там, или вторая, или поселение там какое-то, нет, как царственной власти, вот это является началом мудрости, потому что у человека есть страх Божий, почему? Потому что он готов выполнять волю Бога, готов подчиняться. А для чего нам нужна мудрость? Как бы? Очень хороший стих есть в Экклесиаста, в 7 главе. Экклесиаст, 7 глава. Не у всех, наверное, есть, да? Я прочитаю, как в современном переводе это звучит, потому что в синодальном не совсем понятно, но современные переводчики постарались, чтобы донести более понятно, и это звучит так. Мудрость хороша, как хорошо наследовать собственность, от нее живущему прибыль. Мудрость дает защиту, как дает защиту деньги. Но мудрость лучше любых денег, потому что может спасти своему владельцу жизнь. Да? И здесь идет такое сравнение, что мудрость, она так же хороша, она имеет столько же положительных возможностей для человека, да,
как хорошо наследовать собственность. Представляешь, ты являешься наследником там, большого состояния какой-то собственности. Вот. Мне вот два раза на моей электронной почте приходило сообщение, что я являюсь, могу стать наследником миллионного состояния господина Леонова, какого-то там, который где-то живет, мне его адвокат написал. Вот. Ну, чистой воды развод, понятно. Но суть такова, что представляешь, что ты действительно являешься наследником какой-то собственности. И это же хорошо. Это хорошо. И здесь говорится, что мудрость, она также хороша. Ты то же самое ощущаешь в своей жизни. Что ты являешься наследником чего-то особенного. Когда я осознал в своей жизни, в мою жизнь пришло, я помню, что я являюсь наследником Царства Божьего. Это в глубине сердца моем родилось от моих взаимоотношений с Богом, от осознания и понимания того, что Бог, Он является моим отцом, а я являюсь сыном того, кто создал Вселенную. Это очень трудно было объяснить кому-либо, но сам это я понимал. Вот в своем духе, внутри себя я ликовал от этого откровения. Мне было это открыто о том, что я являюсь наследником такого чего-то огромного, то, что Бог приготовил. И это не просто было открыто мне словами, не просто я прочитал об этом, не просто мне сказал об этом дядя Вася, дядя Петя или какой-то проповедник, да, но мне это было открыто внутри сердца моего, да, и из-за моих взаимоотношений с Богом. Когда Дух Бога соединяется с Духом человека, происходят такие вещи. Когда мы ищем этого царства, мы его находим. Но мы ищем не царство, не место где-то, а царственного, Божьего, да, повеления для нашей жизни и его царствование в нашей жизни. Тогда это происходит. И когда мне это было открыто, я понимал, что я являюсь наследником чего-то особенного. Такого, чем не все обладают. Да? И это в глубине моего сердца было. И это работало, и до сих пор работает. И мудрость, она так же хороша, как наследовать вот эту собственность, как быть наследником. Ты ощущаешь то же самое, получается. И написано, что она дает защиту, эту мудрость, как дают защиту деньги. И мы знаем, да, что в нашем мире, да, вот в том царстве, которое есть, деньги, они могут много. Может быть, не все, но много, и очень много. Защиту от многого. И здесь сравнение такое идет, да? Но мудрость лучше любых денег, потому что может спасти своему владельцу жизнь. В этом есть большая разница. И тогда вся Библия нам тоже говорит о том, что мудрость сама – это хорошо. Это то, к чему мы должны стремиться. То, что мы должны желать получить от Бога. Потому что от того, что ты будешь иметь мудрость, ты будешь иметь все необходимое для того, чтобы твоя жизнь, она сохранилась, потому что это самое ценное, да, самое ценное. И отступили мы чуть-чуть, да, но это является последствием того, что человек, он сознательно исполняет повеление царя. Он входит в это царство, да, то есть он встает под власть этого царя. Встает под его власть, встает под его руку, встает под его руководство, сознательно это делает, и через это он делает этот шаг, чтобы приобрести эту мудрость. Почему? Потому что страх Божий начинает работать, а это начало мудрости. И это то благословение, которое ты не купишь ни за какие деньги, понимаешь? Мудрость, которая дает все необходимое и дает защиту, сохраняет жизнь владеющему ей. И она очень хороша. Так хороша, что как будто ты наследуешь большую собственность. И Иисус говорит этим фарисеям, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Иисус, Он уверяет нас в том, что Царство Бога, оно посреди нас. Это слово «внутри вас», да, это тоже синодальный перевод. Оно переводится как «посреди вас», тоже имеется в виду. Ну, это старорусский язык, вот этот, с которым, как бы, вот кто читает Библию, Новый Завет, в синодальном переводе,
Есть много таких мест, которые иногда трудно понять, потому что слово «мир» в смысле «космос» и слово «мир» в смысле «божий», да, в зависимости от контекста имеют соответственное, да, понимание, должны иметь соответствующее понимание. Но нам иногда трудно разобраться во всей этой головоломке с языками. И суть такова, что вот здесь вот говорится, что Царство Божие, оно посреди вас. Не скажут, что оно вот где-то там, не гоняйтесь, не ищите, или там. Оно говорит, оно посреди вас, Царство Божие. То есть тот, кто вообще правит Вселенной, кому по праву принадлежит, это Вселенная, это Земля, все остальное, который до времени допускает то, что мы сейчас видим, оно здесь, посреди вас. И Павел однажды сказал, что Бог, Он недалеко от каждого из нас. Недалеко. Очень близко. И Царство Бога, Иисус сказал, оно посреди вас. Все, что нужно сделать, это просто войти в Него, стать Его обитателем, да? Стать частью этого Царства, стать частью того, кто принадлежит этому Царю. И что может быть помехой для этого, для того, чтобы войти в это Царство? Потому что, да, оно посреди нас. Оно здесь. Но почему часто люди не ощущают того, что Бог близко, того, что Его Царство, оно действительно есть, того, что они являются наследниками вот этого большого богатства, которое нас ожидает, того, что они являются детьми Бога, того, что они получают эту мудрость от Бога, является, есть препятствия для этого. Почему это не происходит в жизни человека. И давайте откроем Марка 10 главу. Мы как раз в прошлый раз обсуждали тоже из этой главы стихи, истории. Сейчас вернемся. Марка 10 глава, 13 стих. К Иисусу приносили детей, чтобы Он к ним прикоснулся, а ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился. Я читаю на этом, на современном переводе, проблемы. Иисус, увидев это, возмутился и сказал, пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет Царство Бога как ребенок, тот не войдет туда. И обняв детей, Иисус возложил на них руки и благословил. И мы видим, да, как Иисус, Он дает ответ на этот вопрос, что может быть препятствием. Он говорит, это может быть препятствием твое, я знаю, я могу, я умею, я понимаю, что ты меня будешь учить, что ты мне будешь рассказывать. И речь не идет обо мне, да, потому что я говорю и рассказываю. Речь идет о том, что Бог однажды ложит тебе в сердце. Что Он однажды сеет в твое сердце. Потому что Царство Небесное, оно как семечко, оно как зерно. Да? И слово от Бога, которое попадает, оно начинает работать и начинает расти, если ты позволяешь ему это сделать. Речь не о том, что я говорю. Речь о том, что ты слышишь. О том, что ты слышишь, о том, что написано здесь. О том, что Бог говорит. О том, что Он говорит прямо тебе в сердце, да? О том, что Он говорит персонально, лично тебе, не о том, что я тебе говорю сейчас здесь. Понимаешь? И если мы не послушны этому призыву, то мы не можем принять, как дети. А не можем принять, как дети, не можем войти в Царство Бога, не можем стать под Его покров, да? Не можем стать под Его начало, как царя. Не можем начать быть послушным Ему в Его слове, понимаешь? Потому что ребенок, он верит. Он просто верит. Ты ему говоришь, он верит. И он доверяет. Он просто доверяет. Вот ты ему говоришь, иди и сделай, и будет так. Он доверяет, что будет так. Он тебе не начинает противостоять и говорить, не, я уже много раз это делал, много раз это пробовал. Ну хорошо, Петр тоже так говорил. Мы всю ночь рыбачили, ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть. Понимаешь? Вот оно, поведение ребенка. Когда они рыбачили. И после этого он увидел, кто такой Иисус. После этого он увидел, что он царь. Они видели, как он повелевает морю, повелевает ветром.
Они видели, как они поймали это множество рыб. После чего? После того, как они были послушны ему. Переправимся на другую сторону. Отплывите от берега, закиньте сети. А мы всю ночь рыбачили, ничего не поймали. Да? Поэтому речь не о том, что я тебе хочу сказать. Но каждый человек знает. Каждый человек знает, когда Бог говорит ему в сердце. То, что ты должен сделать. То, как ты должен повернуть свою жизнь. И знаешь, эти законы, законы любви, они относятся персонально к каждому. Царство Бога – это где царь, которому не нужно рассказывать о том, какой ты хороший. В зависимости от того правительства, в котором государстве мы живем, да, где есть законы, где есть только поверхностные вещи, а справедливость и закон, он с завязанными глазами, он ничего не видит. И вот эти гири, которые там висят, да, с завязанными глазами ничего не видит, а Бог сердцеведец, ему не нужно рассказывать о том, кто ты есть. Ему достаточно знать, что есть в сердце твоем, понимаешь? И твои поступки, ему абсолютно все равно, если то, что есть в твоем сердце, абсолютно противоречит тому, что ты делаешь. Поэтому царство Бога, это когда он говорит тебе лично в сердце то, что тебе необходимо изменить, то призывает то, к чему, что ты должен сделать. И если ты реагируешь на это, если ты становишься послушным тому, к чему он тебя лично призывает, то будь уверен, что ты увидишь его как царя, как Сына Божьего, что ты примешь его царство для своей жизни, и у тебя есть возможность войти в это царство и быть его подданным, обрести эту мудрость, о которой говорит Библия, да, и иметь защиту в своей жизни, понимаешь? Это как снежный ком потом работает. Царство Бога, которое как зерно, маленькое, как горчичное зерно, а из него вырастает огромное дерево, да? Приобретается все остальное следом за этим, когда Иисус и Бог становятся царем для твоей жизни. Чьи повеления ты готов выполнять, ты лично, персонально, не толпа, не собрание, понимаешь? А ты в своем сердце, потому что он сердцеведец. Он хочет говорить лично тебе и говорить лично себе. И таким образом хочет царствовать в твоей жизни. Не толпой. Он знает каждого поименно. Он создал каждого из нас. И он знает каждого как царь, как Бог. И также он руководит своим народом. И обращается к каждому персонально. А не через проповедника, не через учителя, а к тебе, прямо в сердце. Ко мне, прямо в сердце. Таким образом. Понимаешь? И несогласие человека, да, с царственной властью, его повелением в этот момент, лично, персонально, и является препятствием к тому, чтобы принять это царство. И не случайно дальше, мы в прошлый раз слышали, обсуждали это, иллюстрируется вот этот вот пример, не притча, а конкретный пример с богатым юношей. Когда богатый юноша пришел и обратился к Иисусу. Давайте, я здесь хочу обратить внимание на несколько моментов, мы не будем обсуждать эту историю долго, но это имеет взаимосвязь. Это конкретный пример, когда человек, лично он сам, не пожелал быть послушным тому, к чему его Бог призывает. Это Марка 10 глава 17 по 27 стих. «Когда он выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие“. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: „Кто же может спастись?“ И Иисус, воззрев на них, говорил человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И я хочу обратить внимание, да,
на три момента. Ну, во-первых, на то, что богатство у евреев считалось благословением сильным от Бога. И поэтому богатый человек, это был человек, претендент, один из первых, кто должен был войти в Царство Божие. Потому что если благословение есть, значит все у него в порядке с Богом. Да? Но Иисус, он развенчал, да, вот это понимание, которое было у Божьего народа. Он сказал, что трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Почему? Потому что человек, он надеется не на царя, не на его обеспечение, не на его власть, не на его повеление, а он надеется на деньги. Он не ищет мудрости, которая способна принести в его жизнь и обеспечение, и спасти жизнь. Мудрость, которая приходит от страха Божьего, страх Божий, который приходит от того, что ты подчиняешься царю из-за любви, не из-за наказания. Да? Если этого нет, тогда человек, он полагает свою жизнь на деньги. И богатство это неплохо, но плохо, когда это у тебя является основанием. И поэтому Иисус сказал, что трудно богатому войти. Почему Он говорит? Потому что трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Но я даже не об этом хотел сказать, что это обращение царя царей было персонально к этому юноше, именно к нему, вот в этот момент. Почему? Потому что его надежда была на то богатство, которое у него есть. Но может быть не к тебе, понимаешь? К тебе другое, может быть, обращение. Может быть, к тебе другое обращение. Ко мне было другое обращение. Ко мне Иисус не обратился таким образом, что иди, продай все, что имеешь, раздай нищим, приходи и следуй за мной. Нет. Ко мне Иисус по-другому обратился. По-другому. Он призывал меня к определенному соглашению с Ним в определенный момент, когда я должен был поднять руки, сдаться и сказать, я твой. Просто. Я твой, да? Отдать ему свою жизнь и свое сердце, это достаточно мне было сделать внутри себя, несмотря на то, что я делал действие, которое было видимым, да? То есть была такая история, что там, где я слышал Евангелие, однажды было такое собрание, и там говорилось, ну, сейчас кто хочет, может выйти что-то и сказать. Да? И выходили люди, они делились, кто-то своим свидетельством, кто-то просил прощения у кого-то, кто-то говорил о том, что он хочет. И один человек, он вышел и сказал, я хочу, чтобы я знал так же, как вот вы мне рассказываете, знал Бога, чтобы я знал Его любовь, чтобы я знал то же, что знаете вы, потому что я этого не знаю. И тогда тот, кто вел собрание, он сказал, давайте, и он говорит, ты что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы вы молились за меня, чтобы я узнал это. Ну, один человек стоял здесь и просил об этом. И тогда тот, кто вел собрание, он обратился к одному человеку и говорит, хорошо, давай мы будем это делать. И он из зала к человеку обращается и говорит, Сергей, выходи, поможешь мне, мы будем молиться за него, чтобы это произошло в его жизни. И вместе с этим Сергеем сидел там я. И я встаю и тоже выхожу. И он меня спрашивает, а ты что хочешь? Я говорю, я хочу то же самое. И встает зал, много людей встают. И выходит. И он говорит, я не знал, что у нас столько Сергеев. Ну хорошо, давайте мы будем молиться, давайте. Еще подошли люди, и они начали молиться за нас. Не было молнии с неба, не было ничего. Был шаг веры с моей стороны. Да? А почему меня вынесло, можно сказать, туда? У меня было побуждение сделать это. Я чувствовал этот призыв. Я знал, что я хотел это сделать. Я последовал к этому. Я понимал, что Бог хочет от меня сейчас именно этого. Бог сделал мне предложение таким образом. И я не хотел от него отказываться. И за меня молились, ничего особенного не произошло, но Бог видел мое сердце, Бог знал, что я хотел сделать. В этот момент я отдал ему свою жизнь, понимаешь? И не прошло много времени, когда я увидел его как царя и познакомился с ним, как с Богом, на физическом уровне, я не знаю, в глубине моего сердца,
когда Он наполнил меня своим присутствием, когда Он коснулся меня, когда эти реки живой воды, они излились в мое сердце, когда Дух Святой наполнил меня, не прошло много времени после этого. Да? Дух, он действует, как он хочет. Ну и нет никакой формулы, чтобы это произошло так, как вы слышите сегодня. Но я знаю другого человека, которому Бог сказал, что он должен встать на табуретку и петь песню. Да? И он сделал это. И он получил неземную радость в своем сердце и освобождение от того груза греха, который у него был. Он просил у Бога прощения за свою жизнь. Он хотел, чтобы это прощение пришло к нему, но он ощущал тяжесть греха. Пока однажды, в определенный момент, он не услышал призыв, да, когда вся толпа как бы ему говорила: «Давай, давай, встань на табуретку и пой». Он не хотел этого делать. Но вот этот призыв, который был как от Бога, да, он побудил его это сделать, он пошел и сделал это. Он говорит, и как только я начал петь, хотя он не умеет этого делать, он сразу же стал свободным. Понимаешь? Этому человеку Бог сказал: оставь богатство, продай, раздай нищим и следуй за мной. Но не все так должны сделать. Суть-то не в этом, потому что Бог-то видит сердце каждого человека и говорит каждому то, что он должен сделать и услышать, понимаешь? Мы сейчас вот на этом сконцентрируемся. Здесь есть три момента, которые объединяют, три понимания, которые все объединяют в одно. Это Царство Бога или Царство Небес. Когда вот этот молодой богач подошел к Иисусу, он сказал: что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Да? Это первое. Но Иисус дальше говорит, что трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Богатый юноша не говорил ничего о Царстве Божьем, он говорил о вечной жизни. Но Иисус, когда отвечает на вопрос, он делает эти понимания абсолютно одинаковыми, ставит их на один уровень. Он говорит, что вечная жизнь и Царство Божие – это одно и то же. Потому что он просил о вечной жизни, а Иисус ему говорит, что Царство Божие можешь войти, если только не будешь надеяться на богатство. Но так как для тебя это проблема, иди продай. И ученики, они, оценивая все происходящее, они спросили: тогда кто же может спастись? То есть они уже не говорили ни о Царстве Божьем, ни о вечной жизни, они говорили о спасении. Тогда, по сути, это одно и то же, понимаете? И все это сводится к Царству Бога, к спасению, что мудрость, она, дарованная Богом, она может человеку дать спасение, спасти его жизнь. Когда мы говорим о спасении от греха, мы говорим о Царстве Бога. Когда мы говорим о Царстве Бога, мы говорим о жизни вечной. И наоборот. Все это вместе, это не раздельно, не работает друг от друга. Поэтому, когда я говорю, что я спасен, я должен иметь в виду, что я нахожусь в Царстве Бога. Когда я говорю, что у меня есть доступ к Царству Бога, и его наследство, оно принадлежит мне, я имею в виду, что я спасен, имею жизнь вечную. И вот и из этой истории это видно, что Иисус это все объединяет. Поэтому, когда мы в Евангелии читаем такие стихи, которые говорят о том, что вера твоя спасла тебя, нам не нужно путаться и какие-то глубокие учения на эту тему выдумывать. Когда речь идет о спасении, как ученики говорят, кто же мог спастись, речь идет о вечной жизни, о Царстве Божьем. Поэтому, когда Иисус кого-то исцеляет, а Он исцелял, говорится, что Иисус многих исцелял, изгонял бесов, и Он говорит, что вот это является свидетельством того, что Царство Небесное, оно приблизилось, да? Когда он говорит, что исцеляя человека, вера твоя спасла тебя, он говорит ему, что открывается для тебя вход в царство. Будь под моей властью, будь под моим покровительством, да? Будь под моим началом, будь моим подданным. То есть, когда речь идет о том, что вера твоя спасла тебя, речь идет тоже и об этом. Поэтому каждый раз, когда мы об этом читаем, мы видим, как открываются эти ворота, как дается возможность войти этому человеку. И не все так сложно.
как кажется, да? Почему? Потому что Бог, он все очень просто людям доносит. Он все очень просто людям дает. Очень много можно услышать всяких учений и так далее. Но на самом деле все гораздо проще. Нужно просто, как ребенок, принять волю Бога в свою жизнь. То, к чему Он тебя персонально, лично призывает. Для кого-то это расстаться с богатством, а для кого-то это спеть на табуретке. Для кого-то это выйти вперед, чтобы за него молились. А для кого-то это переступить в толпе страх, чтобы дотронуться до края Иисуса одежды, чтобы остановилось кровотечение. Для нее это был барьер, для этой женщины. Это перешагнуть определенный барьер, да, сделать шаг к Богу, когда ты ощущаешь в своей жизни этот призыв. Что Бог от тебя сегодня требует? Как Он приглашает тебя в Царство? Иисус говорит, что ищите прежде всего Царство Божьего. Речь идет именно об этом. Ищите. Ищите, молитесь, просите, стучите. Что Он хочет именно от тебя? Какой Он хочет, чтобы ты шаг сделал лично? Для того, чтобы обрести эту мудрость, для того, чтобы стать подданным Его Царства. И цель веры – это спасение души. Цель веры. Потому что вот все эти люди, которые описаны в Библии, когда говорится, что вера твоя спасла тебя, это сделала вера. Правильно? Это сделала вера. Но это также относится к спасению. Почему? Потому что цель веры – спасение души. В 1 Петра написано, в 1 главе 9 стихе. «Достигая, наконец, верою вашу, спасение душ». Вот. И есть много людей, которые говорят «я верю». Много людей. Но ты видишь разницу. Почему? Потому что мне очень нравится вот этот стих, что бесы, они тоже верят и трепещут. А еще знаете, что Иисус, он слушает их. Однажды, когда они переплыли на другую сторону, к Гадаринцу, бесы написаны, его умоляли, говорили: «Не мучь нас, пошли нас в свиней». И он ответил на их молитву. Он говорит: «Идите». Поэтому стоит ли удивляться, что Бог слышит молитвы грешников? Если он бесов слушает, да, по своему милосердию, они ему говорили: «Не мучай нас, да, не угоняй нас отсюда, а пошли нас вот в это стадо свиней». Он говорит: «Хорошо, идите». А некоторые люди говорят: «Вот, я просил Бога, он меня услышал, и что? Ну, а я тоже верю в Бога, и что?» И что ты веришь в Бога, и ты читаешь потом в Римлянам, что гомосексуалисты и лесбиянки, они тоже верят в Бога. Они говорят: «Мы верим в Бога». Даже в некоторых церквях эти люди, они принимаются как верующие. Да? Но написано, что Бог, Он предал их, в Римлянам это написано, их развратному уму. Он позволил, Он их оставил как бы на их желания, на их... Они не захотели быть Его подданными, Его царством, они не прославили Его. Написано, что Он отвернулся от них, Он им позволил делать то, что они хотят. И все, и они делают это. Они делают это, они не хотят подчиняться царю. Они в своих похотях делают то, что они хотят, но при этом они, знаете, что говорят? «Я верю в Бога». Ну а Бог-то что делает с такой верой? Что это за вера такая? Вера написана, она должна достигнуть, наконец, спасение души. А спасение души – это войти в Царство Божие, это наследовать жизнь вечную, это все одно и то же. И это не относится к будущему. Я еще раз говорю, что Иисус сказал, что Царство Божие, оно среди вас. Каждому из нас дана возможность сегодня стать подданными этого Царя, стать теми, кто будет послушен. Есть еще один стих, где говорится, Иисус говорит, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но всякий, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Что еще раз подтверждает то, что не просто верить, не просто говорить, но исполнять волю. То есть
искать того, чтобы Бог царствовал в твоей жизни и исполнять Его повеления по отношению к твоему сердцу персонально. Не следуй за толпой персонально, да? Как Он тебе это говорит, то, к чему Он тебя призывает. Для этого надо искать. Для этого надо проводить время с Библией в молитве. Для этого, даже если ты это не делаешь, придя сюда и услышал что-то, не надо это семя просто оставлять, чтобы его украли, или чтобы оно заросло каждодневными заботами. Но помоги ему прорасти. Сделай то, что он тебя просит. Потому что, ну, откровением Максима было, что в конце концов этот юноша богатый, он сделал то, что ему Иисус сказал. Это было сказано персонально ему, и в конце концов он это сделал. Но в конце концов сделай то, что Бог от тебя просит. И обретешь эту вечную жизнь. И Бог наполнит тебя этой мудростью, которая спасет твою жизнь. И вся история, она гласит именно об этом. Что на первом месте и в призыве Иисуса искать прежде всего Царство Божьего. И в молитве стоит непосредственно Царство Бога, да? И как раз я уже достаточно долго говорю, и мне не пришлось говорить о молитве, о которой Максим сказал вначале. Потому что я хотел о ней тоже еще затронуть несколько слов. Но то, что я хотел сказать, это именно вот о том стихе, где говорится: «И придет царствие твое, и будет воля твоя на земле, как на небе». Да? То, что сказал, один человек сказал однажды, уже молитву мы не будем трогать, но это тоже стоит в начале молитвы: «Да придет царствие твое». Но один человек, он сказал, что труд без молитвы – это рабство, а молитва без труда – это попрошайничество. И однажды группа верующих собралась, чтобы в молитве попросить за одну нуждающуюся семью. Они были в нужде, у них не было пропитания, чтобы есть. И вот группа верующих собралась, чтобы помолиться за них. И во время молитвы раздался стук в дверь. Они открыли, и там был сын одного верующего фермера. И он говорит: отец мой не смог приехать на молитву, но он попросил меня, чтобы я привез его молитву на телеге. Как это? Ну так, я его молитву привез на телеге, он так просил передать. И когда они вышли, то обнаружили, что в телеге там есть всякая крупа, мука, да, мясо, репа, одежда. И эти люди перестали молиться. Почему? Потому что молитва сама приехала. Было что, ну, отдать нуждающемуся, о которых они хотели молиться, да? Не было нужды в этом молитвенном собрании. Тогда работа без молитвы – это рабство. Мы работаем для дырявого кошелька. Мы не имеем этого общения с Богом, мы не имеем этой мудрости, как нам жить, как нам распоряжаться средствами и как нам распоряжаться вообще своей жизнью в целом. Но молитва без действия, без работы – это попрошайничество. Поэтому, когда Иисус говорит нам: «Да придет царствие твое, молитесь так, да будет воля твоя, как на небе», речь не идет о том, что мы просто бы сидели и ожидали, чтобы это произошло, но нам необходимо действовать. Если ты молишься так, как Он учил, то твоя часть получается исполнять Его волю на земле, как и на небе в этот момент. Иначе это не работает. Иначе это просто попрошайничество, да? Но Бог не к этому призывает. Он всегда призывал человека к тому, чтобы трудиться. Правильно? Мы тоже это в Библии читаем. Поэтому Иисус, Он не просто рассказывал людям о царстве, но Он жил так, как живет подданный этого царства, хотя являлся сам царем. Поэтому, когда мы молимся таким образом, как нас учит эта молитва, мы должны стремиться и исполнить повеленное нам. Потому что, когда мы начинаем так молиться, то Бог начинает говорить к тебе в сердце о том, что ты должен сделать. И если мы не делаем этого, то получается, что мы, как эти люди, собираем и молимся о нужде,
какой-то семьи. Они так остаются в нужде. Почему? Потому что вместо того, чтобы собрать картошки и отнести им, мы устроили молитвенное собрание, да? Но один среди этой группы оказался, который понял, в чем дело. Что собираться и молиться, когда можно отвезти им поесть? Мы можем ожидать Царства Божьего до скончания века или веков, а можем начать жить так, как Бог призывает нас, к чему Он нас призывает, и будем пожинать плоды от этого. И... Аминь. Аминь.